Доброе утро всем, ребята. Вот, как я обещал в предыдущем ролике, то, что вчера выкладывал, вот сегодня 29 число. Прогноз погоды не обманул. У нас вот такое вот солнышко. Погода замечательная. Небо практически открытое. Облака высокие. Вот. Ну и минус 6 градусов. Пока что время рано. Вот сегодня обещают плюсовую температуру. Было минус 8, сейчас минус 6 уже. Время 8:25. Вот мои ребята. 50 штук. 50 штук прилетят. Может быть и не все. Тут есть некоторые лентяи, которые, видимо, зря корм кушают. Вот, в общем, сейчас начну выпускать. Ну, а там дальше посмотрим. Это то же самое расстояние, где у меня гонял тетеревятник. Вон, с той стороны. В общем, туда уже ближе не подъехал. Вот, в общем, сюда вот на поле столбы, провода далеко. Здесь есть несколько штук забивных. Так что откроем первую коробочку. Первых 25 мы запустим. Вот, ну и посмотрим. На 5, на 10 километров не вожу. Сейчас вот пока они долетят, там и сапсан кого-то может отработать, и тетеревятник, может быть, он и сейчас появится. Сидит он вот в этой лесополосе, живет. Она очень большая, лесополоса, очень большая и протяженность. В общем, посмотрим. Пускай постараются, прилетят домой. Давно голубей я и не выпускал, и не гонял. Поэтому здесь разные голуби. Так, да и ладно, пусть эти тоже открою. Они сейчас будут потихонечку улетать. Вот так, давайте, ребята. Давай. Вот, белокрылая забилась. Белый, вот он индюк. Давай. Ребята, пошли. Вот белый стоит. Не знает, куда ему сесть. Дерева здесь нету. Вот бедный, а. Вот бедный, дерева нету. Вот так вот бьем и садимся. Давай. Обратно на машине поедем. Сейчас его, если что, тетеревятник сразу и сожрет. Так, а вы что, особого приглашения? Давай. Кто у нас здесь еще? Друзья, давай, сизы, вперед. О, красный. Вот так вот. А тут смотри на них. Сидят, ждут приглашения. С этой стороны, сразу говорю, голуби очень плохо летят. Вон стая поднялась. Стая поднялась. И почему-то они уходят на другой поселок изначально. Дикари откуда-то появились. Вот эти последыши поперли. Вроде бы никто не сел. И забивной этот старался, но не сел. На земле нету. Нету, нигде нету. Вы не сомневались. Сейчас проверю коробки. Коробки пустые. Все. Коробки пустые. Мои ребята полетели на поселок. На поселок пошли. Но сегодня лучше. Вон они. Сегодня лучше пошли. Здесь по низам кто-то пошел. По низам. И большая куча. Большая стая собралась. Начала высоту набирать. Посмотрим. Отсюда летят дольше. Откуда я живу, с пятиэтажек, с поля летят быстрее. Вот, а отсюда они почему-то уходят в другой поселок. Не знаю. Вот они. Собрались. Молодцы. Вот так вот. Вот в ту сторону почему-то улетают. Потом потихоньку возвращаются. Вон там черный забивается или сизый хочет упасть над крышами. Ну пошли все на поселок, там будет проще. Ой, я думал, тетеря, ворона летит. Вон там еще штук 8 больше
летает. Не знаю, против солнца видно, показываю, нет, ну вот они летают здесь, в разброс летают, десяток где-то. И стая не хочет стая идти, сейчас на всю попробую, вот она, не хочет идти в сторону дома, поднялась, но в сторону дома не идет. Сейчас долетаются, когда сапсан разобьет, и потом все, буду до вечера собираться. Так, одолел. Хорошо они поднялись, сейчас пока на паузу. Так, коробки уже загрузил, вон они разлетаются, как вон поразбрелися, не идут на поселок в сторону дома, разлетаются кто куда. Так, не вижу. Вон там снизу несколько штук летает, и вот стая летает. Некоторые пошли в чужой поселок, некоторые полетели дальше. Так, уже плохо камера ловит, высоко они и в сторону уходят. Так, отдалю. Уходят. Сейчас постою. Ладно, постою, посмотрю. Руки замерзли. Собаки тут меня окружают. Собаки. Рыжие. Так, ладно, сейчас пока на паузу. Так, ребята, ладно. Поеду я. Вон они. Очень высоко. Я не знаю, насколько покажу. Там и одиночки носятся. Что очки запотели. На всю приближу. Не знаю, наверное, не видно. Очень, очень высоко они поднялись. Но на поселок не идут. Ну, в смысле, в мою сторону пока не уходят. Так что, очень высоко летают. Даже не знаю, как вот потихонечку вот так приближать. Так. И вот так. Еще солнце отсвечивает. Я даже не вижу. Показывает камера, нет. Она как бы должна кучу поймать. Но очень далеко. Ладно, не факт. Поеду домой. Буду ждать там. Он, по-моему, вон там белый. В другой поселок полетел. Вот на столбе, на проводах, кажется, два моих сидят. Вон он один, вот второй. Вот, и один здесь оказался, вон, только что взлетал. Вот он, даже его и трогать не буду. Он взлетает, играет, садится. Это уже, пускай думает сам. Я бегать за ним не буду. Вот один здесь. Вот, или собаки могут его, ну, от собак-то он соскочит, погонят, улетит. Так, ладненько, поедем встречать моих друзей. Вон белый какой-то прям надо мной носится, вон он, одиночка, один здесь мотается. Все, поедемте домой. Так. Ну вот и уже дома. И вот даже и кто бы и мог подумать, вот один широкохвостый сидит, это которых я большую кучу забирал голубей. Вот он один, чиль такой. Вон он второй, перый пошел. Здоровый такой. И вот белокрылая голубка, которая забивается у меня. Одна из первых тоже здесь. Вот три штуки прилетели, ну, сколько, 25 минут прошло, 3 из 50 здесь. Вот в небе ни одного голубя нету. Вот где, что там, где-то кто-то на провода сел, очень большая стая наверх ушла. Так что пока займусь сейчас вот остальными. Вот сейчас сразу покажу. Вот если минус 50, даже камеру не буду выключать, минус 50, это уже как бы хорошо. Вольер чистый, правда, вот здесь уже я ловил, натоптал чуть-чуть, ну ничего страшного. Вот мои ребята, 50 плюс здесь еще
сотня как минимум, 150-170 штук всего голубятни. Вот, вот мои дикобразы. Здесь есть еще, в принципе, претенденты. Вот, ну таку я не буду завозить. Есть еще ребята, которых можно было еще там десяток пособирать. Ну, время и, в принципе, и до них дойдет. Так что вот так. Сейчас открою вольер, пока они, пускай здесь по вольеру гуляют. Сегодня буду выпускать, чтобы малыши попробовали сами выйти. Они думают, что я им жрать буду давать, ну, они ошибаются. Так, ну вот, не прошло и полгода, как говорится. Вот один сизый и седая, седой какой-то прилетел. Вот они, два штуки. Сейчас думал, что сапсан, но это дикарь, они так сдикарили, они были выше, так пикировали. В общем, два штуки еще прилетело. Ладно, я затягивать не буду, а то опять кинофильм. Вот пока на данный момент еще двое прилетели, вот они летают. Сейчас подожду. Так, ну, одного прозевал, ребята, один черный, пока я, видимо, с верхней голубятней занимался. В общем, здесь шестеро, шесть штук уже сидит, черный пролетел. И вон он еще черный один. Думал сначала дикарь, но он начал играть, и он уже долго летает. Я его до этого видел, где ты, гад? Сильно приблизил, вот он, вот он. Видит голубятню. Уже хочет приопускаться. Я его еще минут 15 назад видел, но он ушел с круга, пропал. Сейчас опять появился. Вот это вот седьмой. 45 минут прошло. Нету голубей. Вот я так вот и выбраковка моя. Лентяи отсеются. Так, отдалю чуть-чуть, сильно близко. Так, ладно, что ее показывать. Пока что так, вон дикари только носятся по над крышами и все. Нету голубей, больше нету. 6-7 штук вместе вот с этим черным, то что летает. Вот он, вот еще один. В ладошки хлопает, прилетел сизый. Вот он. Кувыркался там, а там радуется. В общем, больше часа времени прошло. В общем, вместе с этим 9 штук получается. Так, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 9 штук. И белый пролетел по низам. Я уже не стал его показывать. Белый, вот черный до этого тоже сел. Вон дикари носятся. В общем, 9 штук. Это я подозреваю, что что-то там их, наверное, разогнало. Стаи нету. За час они, ну, как бы общая масса прилетала. Сейчас вот все, что есть, он сизый прилетел, все, и порядки наводит. Основная масса голуба выезжали. Вот там из 50 штук было, ну, голубки 3-4 от силы. Остальные были все голуба, которым не имется. Ну, буду еще ждать, потом уже посмотрим. Вот, хочу сегодня выпустить всех малышей, может быть, кто-то сам выйдет. Вот, принудительно не буду, постараюсь не выгонять, но постараюсь, чтобы они вышли сами, все без булавок, чтобы никто никуда не разлетелся. Ну, а пока, покамись будем ждать. Так, ну вот, ребята, в общем, 10 штук здесь сидит. Вот они, 10 штук. Все голубей выгнал в вольер. Вот, и сейчас вот открою. Больше ждать не буду, уже час 40 прошел. Голубей нету. Вот 10 дома. 40 штук где-то гулеванит. В общем, буду открывать, постараюсь, чтобы малыши вышли. Сейчас на паузу.
посмотрим. Так, ну вот, открыл голубятню. Кто-то пускай заходит, кто-то выходит. Главное, чтобы пискунята никуда не разлетелись, вот так вот погуляли чуть-чуть. Буду стоять вместе с ними и ждать своих командировочных. Время у них более чем предостаточно. Главное, чтобы вот малышня, все новички начали выходить. Вот специально закрыл голубятню, чтобы голуби больше гуляли на улице, ну и никуда не разлетелись. Сейчас вон купаться начнут в снегу. Солнышко, я думаю, это только на пользу. Пускай смотрят, что такое снег, что такое улица. Ну, а те 40 штук, не знаю. Видимо, может быть, их и кто-то погонял, сапсан, или, может быть, ушли на другой поселок и вниз дали, куда-то сейчас будут собираться. В общем, буду ждать. Вот они начинают барахтаться. Вот надеюсь, что малыши вот со своей любопытностью начнут выходить и как бы знать, что и как, что такое снег и все остальное. Ладненько, будем ждать. Такого, в принципе, еще первый раз, то что вот так голуби очень долго летят, 1:40, и их еще нету основной массы, как правило. 10 из 50, это очень мало. Ладненько, покажу потом, если кто-то будет лететь. Так, ну вот, прозевал я его. Вон он, перы. И дурак еще на чужую крышу собирается сесть. Вон он пошел. Сел. Сел, гад, на чужую крышу. Летал высоко, потом ушел. Ушел с круга и вот появился уже чуть-чуть ниже, и все-таки мерзавец сел на чужую крышу. Голубей здесь вон море, а этот придурок сел на чужую крышу. Но остальных нету. Это вот будет 11-й голубь. Который... А, вот еще. Вон еще какой-то белый. Вот он. Приближу. Не знаю, против солнца снимаю. О, наверху один мотается. Видимо, все-таки стаю голубей хищник разбил, поэтому они возвращаются поодиночке. Вон он дальше пошел. Ладно, может быть, и не видно, высоко он летает. Ну, я думаю, что это мой. Сейчас особо голубей никто не гоняет, так что вот такие дела. Вон дикари как носятся, и эти тоже психуют. Вот стоял, наблюдал, тут так лошонок мой выводной. Он просто в панике увидел, что такое улица. Чуть не срулил. Ну пока где-то здесь. Пока где-то здесь. Всего боится. В общем, его удивлением нет предела. Что это такое, что это за улица, что это за снег. Вот так вот родился. У голубятни в вольере ни разу не выходил, и вот сейчас вышел на улицу. Ладненько, буду стоять ждать. Белый опять пропал куда-то, летал, пропал. Так, вот 10:40, еще один кувырок, еще один прилетел. Это получается 13 штук. До этого еще один белый прилетел, я даже не успел камеру включить. В общем, 13 штук прилетело. Прилетают все по одному. Видимо, досталось им. И в основном летят оттуда во снизу. Видимо, ушли голуби на другой поселок. Так что время уже без 20:11. Ну, голубей пока нету. Вот считай, 13 дома.
30-37 отсутствует. Коршун выкруживает над домами. Ныряют куда-то в огороды. Что они там делают? Вот эти нервничают. Подожду до 12, а там уже посмотрим. В принципе, то время есть, но этих надо будет кормить. Попробовать загнать. Молодежь уже старается на крышу. Кое-какие залетали, слетали. Так что пока все хорошо. Так, не успел опять. Шейка пролетел и до этого. В общем, на месте дома 16 штук. Вот этого шейку, наверное, не знаю, или белый какой-то летал. Голуби летят все по одному. И летят они вот оттуда, с той стороны. Летят с другого поселка, и все летят по одному. Видимо, им что-то там досталось. Раз они не двойка, его двойка пролетела, два перса пролетело. Шоколадный перс и как чилька, голубка, персючка. Вот, они вдвоем пролетели, пока я тут по телефону болтал. В общем, они, можно сказать, они низом пришли, не очень высоко были. Вот, шейка вот сейчас вот сел. Вот, я его до этого видел, белый, мотался и уходит опять туда, вниз, в чужой поселок. И, видимо, вот сейчас вот вернулся. Ну, пока остальных нету, еще осталось немножечко. Сейчас уже время 12 час. Вот, сейчас еще чуть-чуть погуляют, и я уже постараюсь всех сманить. Главное, чтобы малышня зашла в голубятню. Вот, и постараюсь прикрыть. Время есть, там есть. Я в любом случае надеюсь, что еще что-то прилетит. Лентяи там всякие могут не прилететь. Ну, это уже ихние проблемы. Ну, вот так. В принципе, вот, то, что есть, то есть. Сейчас для меня главное вот это вот молодежь. Ну и туда дальше вот смотрю по погоде уже, по прогнозам. Вот немного плюсовые температуры. Ночью будет минус, но днем плюсовые температуры. Наверное, уже надо готовить голубятню. Надо ее будет почистить. Вот, гнезда расставлять. Но опять же спорованы неправильно. Ну и некоторых надо будет убирать. Вот широкохвостых, они молодцы, в первой тройке пришли. Вот, но они мне два голуба, они паруются, для них голубок нету, и как бы они мне и не нужны. Вот есть тут ребята, которых можно будет, желательно их убрать, потому что голубей немало, и они только лишь мешаются. Так что вот такие дела. Посмотрим на других спортсменов, как они найдут дом. Но такое первый раз, то, что голуби так долго летят дома. Это эти те же 2 километра. И, ну, в общем, не знаю, я так думаю, что им там досталось в небе, и они поразлетелись. В любом случае минус там, даже если и будет, заберет кого-то, ну, не всех. 34 штуки дома нету. Так что вон он, шейка пролетел. Вон он в сапожках воркует. Гад. Воруется. И вот он мне, не помню, какую-то голубку забивает неправильную. Но он летает хорошо, космонавт. Так что вот так. В общем, все, ребята, пока на этом небольшой перерыв. Поеду и я домой, съездю. В общем, вот все голубей загнал, все голубятни кушают. Вот время 12 часов,
В общем, разговаривал по телефону, снять не смог. В общем, еще два штуки прилетело. В общем, общее количество моих ребят прилетело ровно 20 штук. Вот. В общем, не знаю, как и что получилось. Вот сейчас вот последние прилетели белый и красношейка прилетел. Вот остальных. Остальные пока где-то отдыхают, гуляют. Поеду, приеду уже после обеда, посмотрю. Голубятню я закрыл. Вот кто прилетит, ну, того мы все увидим. Так что вот так. Пока на этом все. Ну вот, приехал я после обеда. Время 14:35. Ну вот еще 5 штук. В общем, прилетело ровно половина. Ровно половина. Вот здесь 5 штук. Вот 3 белых. Вот рябая персючка прилетела. И красный, вот он. Чиль краснорябый. Прилетел. 5 штук. Один белый здесь мотался где-то. И опять куда-то вниз поселка. Опять туда же ушел. В общем, половина голубей дома. Сейчас открою я, и пускай они зайдут. Остальных еще немного подожду. Так что вот такие вот дела. Так, ну, на этом, ребята, наверное, все. Время 3:30. Сейчас надо будет ехать домой. В общем, не знаю, как и что получилось, но половины голубей нету. Ровно половины нету. Но остальная банда вся здесь. Вот. Посыпал им покушать. Вот так вот бедный, как всегда, остается полуголодный. Все думает, как же мне. Вот так. Без игры, без ничего. Спрыгнул и все. В общем, посмотрим. Есть еще сейчас время немножечко есть. Вот, есть еще время завтра. Ну, такого у меня никогда не было. Это вот первый раз. Первый раз. Вот вроде бы и голубей немного, вот они. Но все-таки их многовато. Вот, надо готовиться уже и немного к выводному сезону. Так что многих надо будет отсюда просто-напросто убирать. Так что надо будет подумать. Может быть, тут половину, ну как минимум вот 50 штук. Если, конечно, все прилетят, 50 надо убирать. Даже если и не все прилетят, надо в районе 50 штук надо убирать. Вот он, широкохвостый. Здоровый такой, мощный. В первых рядах пролетел. Голубь хорошо летает, кувыркается. Вот, и, ну, по времени я не скажу, что он чемпион, но летает. В любом случае он неплохо летает. И вот сейчас очень сильно в пару идет, мешает. Так что надо будет убирать и его, и многих. Тут еще другой широкохвост. Вот он паруется, как дурак. Все, больше ему ничего не надо. Сейчас вот дальше немножечко потепление, может быть, будет. Надо уже будет почистить голубятню и начать заниматься, видимо, паровкой. Поэтому многие мне здесь просто-напросто мешают. Вот. Посмотрим. Надо будет. В общем, половина отсюда раздать. Так что я скажу в каком-нибудь ролике или как-то. Вот, в общем, надо будет просто-напросто поубирать. Голубятни останутся только то, что хочу. Вот в основном вот желтые. Так лошата ставлю. Там, может быть, пару-две белых. Вот, а остальных, ну, видимо, с ними распрощаюсь. Надо будет заниматься с малышней вот желтой потихонечку. Хотя
белые все неплохо летают, космонавты, у кого-то сильная игра, у кого-то послабей, но летают дольше, в общем, но в любом случае летают. А вот что случилось именно сегодня, ну я не могу сказать. Такое у меня, в принципе, первый раз, чтобы голуби вот так вот до этого момента не прилетали. Единицы не, ну, прилетали там на второй день. Я могу сказать, что единицы. А чтобы такое большое количество голубей, я стоял там, смотрел, они очень высоко поднялись и ушли на другой поселок. Потом уже и, в общем, и я их просто-напросто из вида потерял. Что было там дальше, я не знаю, но голуби прилетали, все по одному прилетали. Может быть, он кого-то и забрал там, но голуби разлетелись, но до сих пор дом не нашли. Так что вот такие вот дела. Ладно, ребята, на этом все. Всем удачи, всем пока. 30 число, все-таки душа болит, еду побыстрее посмотреть, кто там что прилетел. Вчера к сестре забыл позвонить, в общем, еду посмотреть, что прилетело. Никогда такого не было, чтобы половина голубей не прилетела в первый день. В общем, будем смотреть. Так, ребята, ну вот я вышел в огород, в принципе, я уже давно стоял и разговаривал с человеком. Вот он, еще один мой командировочный. В общем, вчера я сказал, половина не прилетела. Ну, в общем, сестре не отзвонился. В общем, 7 штук прилетело. В общем, общее количество 32. И вот этот вот прилетел, вот сейчас вот откуда-то появился. Он лодку тянет, скот. Вот, в общем, 33 штуки из 50. Голубей пока я не выпускаю. Сейчас, может быть, человек приедет, там кое-что из голубей я ему подарю, он заберет. Поэтому как-то так. В общем, вот еще один прилетел, но почему-то не садится. Уже, наверное, минут 15 я разговаривал по телефону, если не больше. Вот он летает, уйдет с круга, придет. В общем, вот как-то так. Ладно, пускай пока летает. Может быть, еще кто-нибудь подтянется. Ну, в общем, все на этом, ребята. Наверное, буду я сейчас кормить, закрывать голубей. Он растаял, они начинают грязь пить. Лужи там ходят. Мало того, ладно, снег кушаю. Это вот чернозем растаял, там он жижа. Вот сейчас ноги будут все в грязи. В общем, сейчас буду потихонечку их, постараюсь покормить и загнать. Вот, несколько штук выборочно погонял сегодня. Ну, к сожалению, ничего не снимал. Вот, тут ребята приехали. Вот, в общем, сегодня кое-что там одному человеку 4 отдал, другому там, не знаю, даже не посчитал, сколько из десяток. В общем, еще 4. В общем, ну, еще здесь кое-что осталось. Вот, в общем, подожду. Вот, и в общем, так как вчера забыл я сестре позвонить, не узнал. В общем, 7 штук еще вчера вечером поздно прилетело. 7, это было 25 плюс 7, уже получается 32. Вот, и еще, по-моему, сегодня прилетело 3. Шейка прилетел, белый, и еще кто-то, кажется, прилетел. Вот красношейка мотался, еще белые. Вот они были практически в точке. Вот крутились, даже ниже уже опускались, вот на кругу ходили, но ушли. Вот, ну я так думаю, что это мои были. Ну, в общем, сейчас еще время это есть, но не знаю, на данный момент вот, в общем, 15 штук все равно. Все равно 15 штук нету. Даже белый, вот, который был забивной, куцы там, вот, и тот прилетел. Вот, в общем, я подарил этих голубей, в общем, их забрали. Так что, в основном, все, что командировочные прилетели, вот, всех я раздал. Тут еще есть.
вот кое-что надо будет смотреть. Ну а там уже видно будет. В общем, чуть-чуть подсократилось голубей. Ну еще есть кое-что вот. В общем, буду смотреть. Ну вот такой вот, в общем, ролик за 2 дня получился. Вот этого голуба все-таки я его, он кушает, но мне не нравится, никаких улучшений нету. Вот я день-два посмотрю и, в общем, придется этого голубя убрать. Вот он жрет и все, больше ничего не делает. Так что вот такие дела. А туда дальше, конечно, туда дальше. Он кот, гад, котяра. Вон он, мерзавец черный. Вот поэтому не бросаю голубей, постоянно надо здесь с ними находиться. Негодяи сюда подкрадываются и пытаются кого-то выхватить. А здесь и резанные есть. Так что вот так. Что хотел сказать, уже забыл с этим котом. Ладно, в принципе, еще время есть. Вон они служат, пьют, негодяи. Еще время есть, так что кто прилетит, еще тот прилетит. Надеюсь, что еще кое-кто прилетит. Ну а там уже как есть, так есть. Вот такой вот и ролик со вчерашнего дня затянулся. Так что мои командировочные. Так получилось, что первый раз такое большое количество голубей у меня не прилетело. Ну, я думаю, в любом случае там, конечно, он кого-то сапсан сожрал. Ну, не знаю. Вот они дуркуют, что-то боятся. Так что вот так. Все, ребята, на этом буду заканчивать. Спасибо, кто досмотрел до конца. Удачи вам, здоровья голубям, ну и вам тем более. Всем пока.